Кристаллайн, Амовджуж, Патмаканах Пюриц. Как вы рассматриваете выделение военной помощи ЕС Армении на сумму 10 миллионов рублей, долларов, с учетом того, что мирный процесс между Арменией и Азербайджаном все еще продолжается? Мы уже неоднократно указывали на тот факт, что Евросоюз утратил мирный фундамент и не имеет мирного потенциала, очевидно, который мог бы задействовать. Возможно, где-то там в глубинах что-то и осталось, но то, что можно было бы привести вот в такое рабочее состояние и применить, мы не видим. Так когда-то вот были времена, когда действительно Евросоюз хотя бы на словах стремился к какой-то такой мирной, стабильной обстановке, пытался что-то там укрепить, провести переговоры во имя, опять же, подобных целей. Сейчас очевидно, ну вы же видите, что происходит, и какие решения принимаются, какие документы подписываются. Европейский Союз взял курс на милитаризацию, конфронтацию, обслуживает интересы не собственных граждан, а США и НАТО. Подтверждаются наши предостережения, что вся эта западная кампания ведет дело к тому, чтобы навязать повсеместную конфронтацию, превратить постсоветское пространство в арену геополитического противостояния. Ну, собственно говоря, вот вчерашнее даже заявление, по-моему, представителей американского конгресса о том, как они должны выстраивать отношения в контексте Центральной Азии, постсоветского пространства в этом регионе и не допускать их хороших отношений стран Центральной Азии с Россией, обо многом говорят. Согласно задумке Евросоюза, усиление имеющихся противоречий, в том числе между Баку и Ереваном, отвечает задачам по сдерживанию России, сдерживанию других стран, которые проводят суверенную, независимую от Запада политику. Ну как же так? Как может пережить коллективный Запад, что на карте одной конфликтной точкой станет меньше? Что одним регионом нестабильности станет меньше, потому что туда придет мир, безопасность, сотрудничество, гуманитарные связи, взаимная выгода, взаимное уважение. И что же получается минус, одним проблемным регионом меньше, соответственно, меньше, где можно будет Западу половить рыбу в мутной воде? Ну как же они могут это допустить? За планами Евросоюза направить 10 миллионов евро на поддержку вооруженных сил Армении, безусловно, стоят геополитические расчеты ЕС. Распространить свое деструктивное влияние на и этот регион, то есть в Закавказье. Мы уверены, что, мне кажется, это очевидно даже. И это видно просто на примере Украины, что так называемый Европейский фонд мира – это не про мир, это не про стабильность, это не про безопасность, это про войну, это про провоцирование стран, это про кровопролитие. Чего хорошего для безопасности и стабильности региона в результате таких подходов Запада в русле принципа «разделяй и властвуй, сталкивай и стравливай», накачки Южного Кавказа оружием.